Все-таки куда? А. Надо сделать нам броню. Здесь у них ничего брать нельзя. Они не против. Варвары. Перекресток. Император поведет нас прямо на Новиград. Давайте посмотрим, проверим, как тут у нас часовые поживают. Да. Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Нет. Это у нас... Давайте заглянем к барону. Я хочу с ним поговорить и сыграть с ним в гвин заодно. И сделаем там броню себе. Опять какие-то сборки. Не хотите говорить добром? Нет, прошу вас. У нас уже ничего не осталось. Сударь, помогите. Не вмешивайся. Оставь их в покое. Оставьте их в покое. А тебе что до этого? Я не буду спокойно смотреть, как вы их грабите и убиваете. Так не смотри. Впечатлительный какой. Ты еще здесь? Эй! Взять его! Хватит болтать! К бою! Барону это не понравится. Хотя у нас есть здесь авторитет. Я знаю, кто вы, но... Спасибо. Мы можем... Они бы нас как свиней перерезали. Договориться, он к нам прислушается. Грибы вырастут, будет суп. Что тут у нас? После того, что ты для нас сделал, ты мне всегда другом будешь. Да. Вот для чего нужно использовать авторитет, чтобы помогать людям и статус. Чтобы заступаться за нуждающихся. А не для того, чтобы уже когда у вас в кармане умещается, и уже от жира беситесь. Еще свою лживость и трусость этим покрывать. Поднимать людей с колен. Вот для чего это все нужно. Дождик. Когда вернется мама?
закрыта. Так, меч убери, то им это не понравится. Убери, убери. Так, они сейчас все спят, надо перемотать время. Ну теперь долго лить будет. Тебе сейчас продадим тогда половину барахла. Хочешь посмотреть наш маленький склад? А до этого он с нами по-другому разговаривал. После того, как мы его обыграли, он теперь с нами более вежлив стал. Покажи мне свои. А, еще после того, как мы помогли, наверное, спасти его жену, может быть. Барон, помимо того, что сказал, что у нас здесь иммунитет, теперь уже нас считает человеком, которому можно доверять. С закрытыми глазами. Чтобы понятнее было. Сделай мне доспех. Мне нужны доспехи. Вот, доспех школы Грифона. Ведьмачье снаряжение. Вы раздобыли первые предметы с комплекта редкого ведьмачьего снаряжения. Подобные предметы можно улучшать у ремесленников. Раздобыв подходящие чертежи, не стоит разбрасываться с такими вещами, даже если вы найдете нечто лучшее. Можно еще и улучшать, поднимать уровень, видимо. Понятно? Окей. Штаны и школы Грифона. 117 надо. А я сейчас продам. Мусор всякий. Разные трофеи не продаю. Пока что. Штаны. И перчатки. Сапоги я сделала, да? Толченая плоть чудовища. Это, наверное, так делается. Так, теперь надо что-то продать опять. Так, отлично. Смотрите, какой есть эскиз. Это на будущее. Таких доспех у нас не было еще. Ну вот, классный доспех. Это в самом начале у нас была такая куртка.
Давайте прикинем, что там у нас прибавилось. Давай. Так, значит, у нас есть вот такие доспехи. Школа Грифона. 11-й. Нильфгардская у нас 10-го. Хочу его повернуть по привычке. Наверное, с какой-то игры другой. Забыла, с какой? Перчатки следопыта. Школа Грифона. В общем, у нас новые доспехи. Вроде так ничего. По характеристикам. Мощь знаков, сопротивление колющим ударам. В общем, можно еще прокачать, например, КВМ, защиту. Очень даже хорошо для нас. Ладно, попозже переоденемся. Нильфгардская все равно больше нравится. Надо проверить на себе, как мы будем себя чувствовать. Зеленый какой-то странный холодный цвет. Пойдемте добежим до барона. Сейчас нас будут отчитывать за то, что мы заступились. А, ведьмак! Здорово! Барона нет. Уехал знахаря для жены искать. Я знаю. Ты видел, что за воротами творится? А что? Барон оставил меня за главного. Я и приказал парням навести порядок. А это он. Они грабят и убивают. Такой вот у нас новый порядок. Нравится тебе это или нет? Грабят и убивают. Ну ладно, придется изменить этот порядок. Посмотрим, кому прислушается барон теперь, если он изменился. Вот так вот допускать к себе под руку таких, как Геральт. Конечно, мы наоборот не хотим принимать чужих решений. Он нас спрашивал совета, когда они не могли договориться с дочерью. Это когда не может сам решить, что ему делать, да? Раз нам позволили знать больше, чем нам нужно, мы все-таки воспользуемся своим правом и влиянием на оборону в лучшую сторону для людей, за которых здесь, как мы поняли, никто не хочет заступаться. Конечно, никто не любит, когда лезут не в свое дело. Но так можно прикрываться долго. Геральт, он часто лезет не в свое дело. Ну вот так лучше. Геральдюшечка, пока тянем, у нас есть на всякий случай те доспехи.
Так, значит, барон уехал. То есть мы, значит, с ним сейчас в карты не поиграем. Но я не знаю, после чего, после каких-то событий он должен все-таки сюда вернуться. Попробуем перемотать время, может, все-таки он объявится. Все скажу, где покрасить. Пойду, уж ненадолго добычу поделили. По крайней мере, я вот так. Какие-то заметки барона. Лодочный мастер из рудника пошел в банк. Госпожа удачи его объявила. Отправила ребят забрать долг. Не будет денег, пускай карты заберут. С этим старым психом и себе никого больше не играть. Может, он и правда видит будущее карты. Тон мой углядел все, все до одной. Венские игроки, что там? Пойдемте уникальную карту выиграем. Здесь нам не разрешили выиграть уникальную карту. Я в стаканчик накатил. Водки. Не к добру это. Ох, не к добру. Я только что там был. Вы меня заранее могли предупредить? Это солнце, похоже на луну. Сидел дьявол на трубе, самогон гнал себе. Одних прогнали, другие придут, судя по тому, какие у них сейчас порядки. Не знаем даже, лучше мы сделали или еще больше их разозлили. Я вообще сейчас не знаю, что я делаю такое. Пытаюсь сконцентрироваться на одном задании. Тут бегала 100 лет, искала камень силы, этот место силы. Куда-то испарилась. Никому ни слова о том, что было на Коломнице. Кто будет языком молоть, пожалеет. Вчера вечером умерла Нерадка. Прикидывалась бедной старухой, которой ни одной родной души на свете не осталось. И все время еду выпрашивала. А как мы пришли готовить тело к похоронам, то оказалось, что за печью она прятала мешок зерном, фасолью и горохом, и целую кучу сушеных яблок и грибов. Позвали мы старосту, решили так еду, разделили поровну все деревни. А Нерадка вместо достойных похорон... Нерадке вместо достойных похорон привяжем камень к ногам и бросим в болото. Чтобы после смерти она не успокоилась, пусть все знают, а потом вас придет душить. Глупые люди, пусть все знают, что тот... Радуйтесь, что нашли припасы, и похороните ее, отпустите, а то она и придет, еще будет вас душить. По ночам. Пусть все знают, что тот, кто живет за чужой счет, жадный человек был. Это ее грех останется. От остальных еду прячет, а сам обманом других выманивает. Будет проклят и Богом, и людьми. Вы себе проблем таким образом добавите. Человек просто будет еще раз этот урок проживать. А вы бы могли радоваться тому, что у вас теперь есть припасы, и отпустить ее спокойно. У всех есть муж, а у меня нет. Если ты не старик и не калека,
Ты работу в поле знаешь и не сильно пьешь, и жену ищешь, что загляни к Ганочке. Поехал я торговать во Вронице. Солдаты покупать ничего не захотели и со злостью весь товар побили. Меня отделали так, что света белого не завидел. Пусть моя беда будет всем уроком, и держитесь подальше от Фронис. Жестокие нелюди. Покупать ничего не захотели, но нужно обязательно было побить. А мы здесь не были в этом поселении. Тайна деревни Сетёжки. Кто? Мы тут не были. Бабуси и Гуся. Вещи были лучше. Я видел тебя в Изи. Так, у нас кузнец. Но? Модель лица того же придурка в начале, когда мы искали Йеннифер, он приказал хлыстом выпороть человека, который ему гнилое зерно притащил, якобы, но он был не в курсе. Хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Оружие. Низ Блайер. Серебряный меч. Слиток серебра. Серебро 5 штук. Серебряная руда. Сто три, да? Покажи мне свои товары. Случайно вышла из менюшки. Бывай. Так, что это мы с вами такое сделали? У нас 2 таких? Я только деньги, да, потратила? 310, надо продать. 1. На коне 2, ничего.
Покажи мне свои товары. Это 3,6%. А это Игний и Мощаксия. Это два разных у нас. Это из-за того, что у нас разные мастера этот заказ выполняли. Этот эскиз. Не буду я продавать. Ни тот, ни другой тогда.